19 августа в городе Лапаевске состоялись Дни микрорайона. Также это мероприятие прошло и в рабочем городке. Для населения выступили различные коллективы, с поздравлениями выступали различные представители общественности. Программа была очень насыщенной. 26 августа в городе Алапаевске в Доме культуры «Станкозавод» состоится встреча с героем России генерал-майором. Здравствуйте, уважаемые гости этого праздника, жители этих домов. Очень радостно поздравлять вас в день рождения вашего поселка и с другим праздником, с яблочным спасом. Яблочный сейчас, медовый уже позади, а ореховый спас 29 августа еще впереди. Казалось бы, яблочный спас, ну чисто церковный праздник, какое отношение имеет к дню рождения микрорайона? А собственно говоря, отношение-то самое непосредственное. Потому что каждый из нас призван преображать себя, преображать свою территорию. О чем сегодня говорят, за что сегодня награждают. Я вас поздравляю в этот замечательный праздник и с яблочным спасом, и с преображением Господним. И желаю, чтобы наши дома, дворы становились все краше и лучше. И это зависит от нас самих. Но самое главное – в любой ситуации оставаться человеком и жить по совести. С праздником вас!